Всем привет. Я остался там, где Яман сказал Сехер. Моя полярная звезда, скажи мне, кто заставил тебя говорить такие вещи, я накажу его своими руками. Любовь Ямана к Сехер настолько велика, что хотя Сехер говорит ему, что хочет развода, Яман ему не верит. Я возлагаю надежды на Чичик и Фикрета. Яман поставил себя на место своего отца, разговаривая с Сехер. Яман сказал Сехер, что сбежал, потому что с больным человеком было очень трудно жить. Яман сказал, что то, что сделал Сехер, было позором. Пока Яман и Сехер дрались, Джанан и Зухаль были очень счастливы. Яман должен сказать Джанан, что отказался от операции. Когда Сехер узнает, что Яману не сделают операцию, он должен рассказать, что сделал Джанан. Пожалуйста, не позволяйте Яману больше страдать. Автор хочет, чтобы Сехер испытала всю ту боль, которую испытал Яман в прошлом. Сехер и Яман уже достаточно настрадались. Хватит боли и слез. Но это точно, ребята. Джанан удалось проникнуть в особняк с коварным планом. Однако их путь из особняка будет скользким, как змеи. Пожалуйста, не забудьте поделиться своими мыслями с нами.